В городском дворце детского и юношеского творчества прошел традиционный творческий конкурс «Таланты Миста Зет». На мероприятии побывала и наша съемочная группа. В конкурсе приняли участие ученики 24 школ, а также воспитанники 12 внешкольных заведений города в возрасте от 6 до 18 лет. Конкурсные работы представлены в различных техниках. Графика, скульптура, живопись, художественное плетение, вязание и вышиванки, декупаж, декоративная роспись и многие другие. Мероприятие проводится уже в 5-й раз, чтобы найти одаренных детишек и направить вдохновение юных кружковцев в творческое русло. Сама заинтересовалась, потому что там занимается моя подружка, и ей нравится. Я захотела тоже попробовать, и мне понравилось. И я теперь делаю все работы на выставку. В программе конкурса педагоги и руководители кружков стали участниками мастер-классов от ведущих педагогов Дворца детского и юношеского творчества. Мы участвуем также, даем мастер-классы для педагогов, то есть это и психологические навыки, как подавать материал. То есть мы друг у друга учимся и заимствуем опыт. Пока для участников творчества это просто хобби, способ выразить свои чувства, эмоции, переживания. Но уже сейчас многие из них связывают свое увлечение с будущей профессией. В будущем можно сказать, что я бы хотела бы стать учителем труда, поскольку у меня это хорошо получается и возможности есть, чтобы учить детей этому. Ну, я не вижу себя абсолютно в других профессиях, я вижу себя только живописцем, скульптором или дизайнером. Вот. Организаторы говорят, в этом году количество работ наибольшее за весь период проведения конкурса – 460. По его итогам жюри отобрало 38 лучших работ. Их будут рекомендовать на всеукраинский творческий конкурс. Призеров наградили грамотами, вручили мягкие игрушки, флешки и фотоальбомы.